сегодня мы вместе с вами официально узаконим свое пребывание в Узбекистане, сходим на базар за лепешками, попробуем на себе знаменитый восточный массаж и побываем на семейном празднике в удивительной дружной семье, в которой породнились в нескольких поколениях представители татар, русских, украинцев, узбеков, корейцев и еще даже не знаю кого. Итак, следуйте за мной. И не забывайте подписаться на канал и поставить свои лайки в конце видео. Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Ольга Липатова «Успешная и счастливая жизнь». Ольга Липатова – это я. И сегодня я вам предлагаю провести со мной один день в Бухаре. На нашем канале уже есть несколько роликов о наших бухарских прошлогодних каникулах. Поверьте, это очень интересно. Если вы еще их не смотрели, то обязательно посмотрите. Ссылки будут в описании к этому видео. В Бухару мы с сыном прилетели по приглашению наших друзей Раймы Лачковой и семьи Хасановых. А с Раймой мы познакомились в Варне, в Болгарии. На моем канале есть ролик, где Райма рассказывает, почему она каждую осень прилетает в Варну. В Бухаре жили мы, как всегда, не в отеле и, как всегда, не пользовались услугами туристических фирм для осмотра достопримечательностей. Мы всегда находимся в реальной жизни, в той местности, которую посещаем. Сегодня в Узбекистане строгий контроль государства за всем, что происходит в стране, в том числе и за тем, кто и на каких основаниях прибывает в страну. Официальную регистрацию по месту пребывания необходимо пройти уже на следующий день после въезда. Причем на улице вас могут остановить и проверить документы. Без регистрации вы не сможете приобрести даже сим-карту для мобильного телефона и пользоваться интернетом. Ну а процедура регистрации – это отдельная песня, которая может отнять немало вашего времени и доставить не только приятные впечатления. Хорошо, что у нас, как и везде, в Бухаре есть друзья, которые эту процедуру нам значительно облегчили и убыстрили. Мы сейчас с вами находимся на одном из рынков Бухары и будем покупать лепешку. Вот пришли в ряд, где продаются эти лепешки. Видите, всякие разные-разные формы. Очень интересно тут. То, что мы в Москве и в России, конечно, мы такого не видим. Так и хлеб. Нет, не видели таких хлебов, это точно. Такого разнообразия не видели. Так, и сейчас мы идем, сейчас подойдем, где обычно я покупаю. И вот смотрите, такой вот поменьше лепешки, то, что мы с вами и привыкли видеть в России. Вот здесь они по 10 рублей. И такие большие и красивые. Уже пойдет рублей за 25 всего-навсего. Так. Ну все, пошли кушать лепешку. Массаж в несколько пар рук не делают девочки из специализированного учебного центра. Эти процедуры я приняла тоже благодаря Ирине Хасановой, родственнице которой обучает массажу. Удовольствие, сами понимаете, огромное. И польза для моей больной спины. День рождения вот такой замечательной девочки Насти. Нам 6 лет исполнилось. Вы смотрите, вся семья огромная собралась поздравить папы, папы, мамы, тети, дяди, дедушки и бабушки. Смотрите, какой замечательный интернациональная семья. Так, и сейчас нас кто будет поздравлять? Брат? Давай. Так, старший братик. Ну давай. А стол-то у нас какой красивый. Как старались. Дорогая Настя, поздравляю тебя с днем рождения. Сегодня тебе исполнилось 6 лет. Желаю
что ты самая, ты младшая, но желаю, чтобы ты была примером для своих сестер, чтобы у тебя все получалось в школе, и чтобы тебя ждало счастливое, светлое будущее. Ой, молодец! Ой, как хорошо сказал, молодец! Виталик, спасибо тебе! Сейчас дедушку покажем. Давайте. За здоровье внучки, за то, чтобы сейчас эта бабушка, вот две бабушки. Бабушки, бабушки. И такой замечательный стол. Полный. Блюдо национальное. И, кстати, заметьте, что так мало у нас напитков, Катя, спиртных, да? А в основном дети радостные. Катя. Да? Катя. Вот такие замечательные застолья, такие замечательные дружные дни рождения у нас здесь проходят в Узбекистане. Спасибо большое. И всем мы желаем тоже счастья и добра. Спасибо. И давайте дружно всем пожелаем. Также мы желаем добра россиянам, здоровья, счастья, чтобы, видя в Узбекистане, чтобы чаще приезжали. Мы всегда будем этому рады. Ура, всё. Привет всей России. Спасибо всем за внимание. До следующих видео. Давайте. Благодарю вас за то, что вы провели этот замечательный день в Древней Бухаре вместе со мной. Благодарю вас за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на наш канал и путешествуйте вместе с нами по России, Болгарии, Узбекистану, Польше и другим странам.